Совсем недавно на канале НТВ состоялась премьера остросюжетного детектива «Полицейское братство». В центре сюжета сериала «Честный следователь Чевырин», которому врачи ставят неутешительный диагноз. В это же время из Москвы в Петербург приезжает его дочь Настя, которая хочет стать следователем. Здесь она знакомится с молодым оперативником УГРО Никитой Январем, сыном легендарного полковника Тарасова, отбывающего срок в колонии для бывших сотрудников. После освобождения Тарасов планирует убить криминального авторитета Гарина, который, по его мнению, виновен в его заключении. Настя и Никита пытаются помешать ему реализовать свой план всеми доступными средствами. Будет ли второй сезон? Канал НТВ продолжает радовать зрителей новыми остросюжетными детективными историями. Нередко они получаются на славу и получают высокие зрительские рейтинги. Эта участь не обошла и криминальный сериал «Полицейское братство», который пришелся по нраву любителям детективов. Канал НТВ очень благосклонно относится к своим сериалам, и нередко они получают продолжение не на один сезон. Сериал «Полицейское братство» – один из таких сериалов, который благодаря своей нити сюжета и прекрасному актерскому исполнению с уверенностью может претендовать на продолжение. К сожалению, пока официальной информации не поступало, но можно с уверенностью сказать, что продолжение будет. Но случится это не ранее, весны 2023 года. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.